Привет, друзья! С вами Карадар. Меня зовут Иван. И в сегодняшнем видеообзоре двухканальный автомобильный видеорегистратор Blacksys CF100. Вообще существует 4 комплектации. Первая — это чисто передняя камера. Во второй комплектации добавляется GPS-модуль для записи скорости и местоположения автомобиля. В третьей комплектации идет передняя и задняя камера. И четвертая — это полная комплектация, где присутствует GPS-модуль и обе камеры. Также в комплектацию входит провод для подключения задней камеры, шнур питания, запасное крепление, точнее запасной двухсторонний скотч для крепления видеорегистратора, площадочки на двухстороннем скотче для крепления провода в салоне и инструкция на русском языке. Карта памяти не входит в комплект, ее нужно приобретать отдельно. Сам видеорегистратор довольно компактный, умещается за зеркало заднего вида. С одной стороны разъем для microSD и подключения задней камеры, с другой стороны разъем для подключения GPS-модуля и питания. На задней стороне расположена кнопка экстренной записи. Вы можете нажать ее и сохранить текущий файл в нестираемую область. Кнопки регулировки громкости оповещения, так как регистратор имеет встроенный динамик и может сообщать вам о своем состоянии. Также с помощью этих кнопок можно отформатировать карту памяти. На передней панели присутствует индикатор работы GPS и индикатор записи. Спереди видеорегистратора присутствует светодиод, который показывает тоже статус работы, его можно отключить. Для качественной установки видеорегистратора обратитесь к нам, и мы порекомендуем вам профессиональную команду, которая занимается установкой. С вами был Иван. Спасибо вам за внимание. До встречи в новом видео. Пока.